Hooligan Entertainment Company. Представляет. Телепроект «Город Драйв». Про игры, которые играют люди. Спонсор проекта «Мистери Рейс» – компьютерный клуб «Кулер». «Мистери Рейс» – приветствие! Мы будем стараться. Знав, що буде біль, але вимір вже позаду, внутрі пульсує ток. Дорога почалася, як відбувся перший крок. Всі ці люди ще не знають, хто вступив до гри, хто ходив поруч із ними та тримався до пори. Дивіться, ходи, твоєї краще не чіпай. Леді джентльмени, перед вами самурай. Перемагає той, хто йде до кінця. Все або нічого, то якщо не я. Представляем Mystery Race, первая интеллектуальная игра, которая проходит в формате автомобильной гонки. Существует с апреля этого года. Все команды и действующие лица являются реальными людьми. К участию в игре допускаются команды, владеющие личным автотранспортом. Основные задачи команд – разгадать все загадки, посетить все зашифрованные точки, опередить всех соперников и прийти к финишу первыми. Mystery Race – это быстрота реакции, острый ум, знание родного города и безупречное управление автомобилем. Ну вы нормальные люди, это же надо было догадаться. GEN36 код. Повтор. По дороге к тухлым яйцам под двумя отличными... Воняет там, да! Mystery Race. Игра для тех, кто не тратит праздно свое время. Не скажу я, где код, не скажу. Встреча и регистрация команд происходит в 21.00 в пятницу. Каждые две недели на фестивальном причале нашего города. Игра стартует в 23.00. К моменту старта игроки находятся в разных частях Днепропетровска. Каждая команда получает первую загадку. Команды стартуют. У каждой из них есть 30 минут времени, чтобы разгадать загадку, примчаться в нужную точку через данное время. Если команда не нашла код, то на протяжении последующих 15 минут она получает подсказку номер 2. Что зашифровано в заданиях? Прежде всего, это должен быть район и конкретное место, где находится код, а также действие, которое необходимо выполнить для получения кода. Я его давлю автоматом. Хорошо, ухо не стыгрит. Не, подожди, вот именно G-Unit-овская сейчас будет такое G-Unit-овское. Самый сильный рэп. Да чувак, не выруби ты чё. Чувак, не гони, поставь. Прежде чем попасть в финальную точку, команды получают фото с элементами пейзажа или памятника, а именно куда нужно ехать. И вперед! Победа в игре Mystery Race – это признание, это эмоции, это общение и ощутимый денежный приз. А самое главное – это драйв. Хулиган номер два. Суббота, солнечный день, фестивальный причал. День не предвещал ничего необычного. И это ошибка, потому что в 13.00 в нашем городе стартовал первый пешеходный квест – «Хулиган-квест». «Хулиган-квест» – это городская интеллектуально-подвижная игра для активной современной молодежи. Саблезубые хомячки! Скажи, адмиралы! Плечи! Аквасильно! На старте команды получают первое задание. С неистовой жаждой к победе команды берут стартовую высоту. Чем любят женщины? Ушами, друзья, ушами. Но не зайчими, которые на футболке агента. Своими нежными ушками. Уже лизал? Я лизни муж. Все, лизну. Все.
Где по кайфу? Получив код и разгадав следующее задание, команды устремились навстречу следующему испытанию, которое сулит новое впечатление. Вот и наш японский толстячок, который медитирует на глазах у всех зевак и ждет своих клиентов. Борьба идет не на жизнь, а за код. Победа за нами. Умер. Что это было? А, я знаю, что это. Не все наши первые трамваи снабжены колбасой, поэтому команда начинает колбасить. Трамвай без колбасы. Это несерьезный подход к делу. Колбаса, ты моя колбаса. Шеф, трогай. Макс, скажи шефу потрогай. Шеф, трогай, трогай. Сколько энергии и умственных сил требуется командам для игры, поэтому всем не помешает перекусить. Читаю, ищите место, где едят мясо. Слева от места, где его не едят, по убеждениям закажите продукт шаурма. Совместить приятное с полезным и шаурмы отпробовать и код получить. Дорогие девушки, не нужно пренебрегать угощениями. Мама нас всех учила, что к пище нужно относиться уважительно. Тщательно пережевывая пищу, мы приносим пользу себе и обществу. Финальная точка. Парк Володи Дубинина. На 5 минут. На 5 минут! Адреналин кипит в крови. Впечатления неизгладимы. Самые яркие впечатления, как мы поднялись с асфальта со стиском. Победитель – команда «Самогонщики». Команда «Самогонщики» – лучшая команда в мире. «Самогонщики» – forever. Да. Настоящий городской драйв. Мистери Рейс – свадьба. Вы женаты? Нет, мне повезло. Сегодня с утра я была во дворце бракосочетания и вышла замуж. Вам нравятся девушки какие? Это предложение? Это провокация. Рыженькие. Все равно. Возможно, правильное решение. Вот сегодня ночью все состоится. Главное всем в сборе. Я. И он. Давай, раздевайся. У меня будет сын. Это команда J-Unit. Куда же вы убежали? Ой, хороший вопрос. Я уже разведенный не один раз и жениться не собираюсь. А это будут показывать по телевидению? Это я так просто не могу сказать. Ну, тема нашей игры – свадьба. Утро. Я Марианна, а у нас сегодня свадебные гонки. Итак, проект Mystery Race. Тема игры – ах, это свадьба. 21.00. Фестивальный причал. Регистрация команд. После предварительного сватания наши команды, украсив свадебные лимузины, нарядив новобрачных, устремились в первую точку – дворец бракосочетаний. Что не сделают наши участники, чтобы получить код? Даже стать уважаемыми брачующимися посреди темной ночи. Дорогая команда Сихмальдах, сегодня мы собрались здесь для совершения благого дела, скрепления вашей команды узами игры. Клянемся дальше, давай. Поцеловав своих новоявленных невест, получив следующее задание, команды помчались в следующую точку своего ночного турне. В ритм сердца бьют басы. Сколько страсти, сколько счастья испытали наши брачующиеся, выкладывая свои сердца из риса на аллее влюбленных. И все ради кода. Следующая точка, куда с огромной скоростью прибывают наши команды, является переломной во всей гонке. Необходимо заполучить туфель у невесты, в ней код. Командам необходимо показать свою силу духа при надувании 40 шариков и знание свадебной поэзии. Невеста, в этот дивный миг ты велее всех. Невеста! Страсти накаляются. Команды со скоростью перемещаются по ночному городу и выходят на финальную точку.
ожидаем у подножия особы, вспоминающие о людях, которые не смогли закончить путь. Перевезите на финал торт. Какие мы? Какие? Первые! Как впечатление? Супер, как обычно. Что было самое классное? Ой, такой драйв сумасшедший. Только адреналина. Спонсор проекта Mystery Race – компьютерный клуб «Кулер». Информационные спонсоры 11 канал. Лап Радио – компания «Ангел». Они любят печатать на футболках. Эксклюзивный интернет-партнер «Веб-бутик». МР Клуб. Спорт Сити Кафе. Парк развлечений «Лавина». Город Драйв. Будьте с нами за кулисами правил.